я вижу смысл развития волонтерства, потому что наша организация очень сильно нуждается в волонтерах, особенно когда у нас проходят выставки. Нам нужны волонтеры, администраторы выставок, которые бы находились в пространстве во время работы галереи. Я бы отметила два события. Это ярмарка волонтерства и мобильное приложение «Будь волонтером». С помощью этого мобильного приложения мы нашли троих волонтеров. Не все с нами остались до конца, до сегодняшнего дня, но тем не менее оно было очень полезно и применимо к нашей деятельности. Ярмарка волонтерства – это мероприятие, которое помогло наладить контакты не с волонтерами, а между организациями некоммерческого сектора в самом Бресте. И с этой точки зрения оно было очень полезно. Ярмарка волонтерства в Бресте, безусловно, нужна, потому что она помогает не только найти волонтеров для деятельности организации, но и узнать некоммерческие организации, которые работают в Бресте. Я думаю, что изменилось все в лучшую сторону, потому что организации стали использовать волонтеров как реальный действующий ресурс. Я считаю, что мешает прежде всего отсутствие сети взаимодействия, отсутствие доверия и налаженных связей друг с другом. Помимо вышеперечисленного, есть еще моменты, которые связаны с отсутствием прежде всего гражданского общества и потребности у людей реализовывать себя вне своей профессиональной деятельности. Самым главным препятствием, я считаю, это низкий уровень вовлеченности молодых людей, людей постарше в общественную активность.